Обычно, если это раскладывать с нормальной скоростью, то это занимает где-то минут 20. А на улице я медленно расставляю, и на улице это в два раза дольше, минут 40 вперед. Я не тороплюсь, здесь хороший воздух, свежо. Опс. Потихоньку готовлюсь к представлению, потому что здесь будет много представлений, это не одно, а это как бы уже на целый вечер я сюда пришел. И я должен себя здесь почувствовать как дома. Тогда пойдет. Несколько ниточек, чтобы она стояла, чтобы она была вертикально. Остальное она практически все делает сама. То есть есть компьютеры, которые можно рассчитывать все движения, начиная от пальчиков и все. Нет, здесь совсем другое. Здесь это не компьютер, это просто... Оно живет само по себе. Этому просто надо просто поддержать и помочь, и все. И снимается.